В республике реализовали 23 инвестиционных проекта в сфере АПК на сумму 380 миллионов рублей. Это почти четверть от плана. 19 из них по строительству производственных объектов. Всего создано 37 новых рабочих мест, построено 4 зерносклада и 2 сыроварни. По словам руководителя регионального Минсельхоза Сергея Артамонова, аграрии сейчас набирают темп и к концу года должны завершить все 92 проекта почти на 3,5 миллиарда рублей. Кстати, большинство из них – это производственные объекты, создающиеся с нуля. Всего благодаря этим программам в республике появится 166 рабочих мест.